господа, хочу вам понтануться. Все, настало мое время. Во-первых, не хочу вам понтануться. Борода начинает по-уебански торчать, блядь. Вот, я хочу тот этап, когда она уже приглажена будет. Вот, но это ладно. Итак, значит, господа, я вам сейчас буду понтоваться, что я инвестор. Я занимаюсь инвестициями, покупаю биткоины. Вот, возвращается, короче, те приколы, когда я рассказывал про инвестиции там. Короче, сейчас я вам буду показывать. Вот, у меня сейчас, собственно, вот вы можете увидеть, вложено... Ну ладно, короче, у меня минус 16%, там красным написано, как бы, вот, можете заметить, да, то, что у меня минус $431. Алиса, $431 в рубли. 38 412 31 копейка. Но у меня не куплены Nike, если что. Если у вас возникают вопросы, Nike не куплены, но я их куплю прямо сейчас. Все, я покупаю, приобретаю. Все, купить акции. Вот, ну, значит, вот такой вот я реально крутой. У меня всего вложено $32 000. Вот, можете посмотреть, я богатый, да. И, собственно, зарабатываю я их так. Вот тут вот берешь, ну, и кликаешь, и зарабатываются деньги. Это приложение. Вот, короче, это вот приложение. Вот так вот кликаешь, и деньги на балансе прибавляются. Это мне мистер Ганака посоветовал такое предложение. Ну, вообще, на самом приложение на самом деле полезно, типа, в азах разобраться. Вот я себе покупал криптовалюты, всегда на них проебывался. Я не понимаю, значит, как они работают. У меня есть бизнес. Значит, смотрите, у меня есть магазин Жопер Шоп. Он мне приносит $102 в час. Блять, сейчас надо глаза закрыть только. Ну, сфокусируйся, тварь. Фу, блядь! Ладно, буду вам зачитывать. Жопершоп магазин. У меня производство шляп открыто. У меня свое такси, называется Так-Сос. Ну, типа, сос, срочно такси нужно, да? Вот. Перевозки я случайно не назвал. И еще у меня строительство дома пятерки происходит. Я вам все это к чему рассказываю. Короче, заебался я вот так вот кликать. Очень много надо, вот когда вы скачаете только игру, надо слишком дохуя кликать. И поэтому, блядь, ну, я подумал сразу первое, что я подсоединю телефон к компьютеру, а на компьютере подрублю макрос на мышке. Ну, и я подумал, ебать, это чит будет, да, типа, это будет чит. И я вам представляю свое изобретение. Автокликер, но при этом, как бы, вот, я построил из лего вчера, проебал время, как бы, но все, как бы, все чики-бомбони, все хайпово. Вот здесь вот берем, крутим, и стилус специальную, я его просто прицепил на резинку, он нажимает, блядь, постоянно, вот, ну, там по системе, знаете, как старые поезда ездили, вот эти вот, на паровых двигателях. Собственно, такая же система. Сейчас я вам продемонстрирую. Я только сделаю так, чтобы у меня было ноль денег. Сейчас куплю акции Газели. Все, акции Газели куплены. Вот, ой, бля. Что-то нихуя себе акции дорогие. Фондовый рынок. Ну, что-нибудь. Акции Тойоты купить. Вот, смотрите. Вот, у меня сейчас $38. Видите, да, фиксируете? Вот, я, ну, как бы, видите, тут рамки, почти идеально телефон подходит, он тут, ну, чуть-чуть шатается, и, значит, начинаем, оп-оп-оп-оп-оп, печатный станок, денег, ну, это, если оно вот так будет, оно будет нормально работать, если вот так, то оно уже отклоняется, как бы, и тогда не работает. Сейчас я попробую наклонить так, чтобы вы видели, что там деньги прибавляются. Ну вот, вот, заметили, блядь, фокусировка ебучая. Вот, короче, это мой печатный станок. Вот так он работает просто почти идеально. Вот, и я таким образом в приложении печатал деньги. Но, естественно, это еще не все. Потому что я запомнил... Ну, во-первых, я вам хочу понтануться, что я гений. Посмотрите, я сделал так, чтобы... За один прокрут, да, там, как это называется, крутящий момент или что-то такое.
Ну, короче, большая шестереночка крутит маленькую, маленькая большую, большая опять маленькую. И у нас получается, ну, прям то, что оно дохуя крутится, вот эти все шестеренки, да? Можете вот заметить. Во все стороны работает. Так. Сейчас мне тут надо немножечко подшаманить. Итак, вашему вниманию предоставляется 2.0 версия моего накручивателя денег в этом приложении. Я подсоединил моторчик к нему нахер. Сейчас надо его активировать. Да. Вроде вот сюда. Блять, ну только бы я сейчас бы не ударил в грязь лицом. О, так. Итак, здесь есть регулировка скорости накрутки денег в этом приложении, в моем. Только что что-то сломалось, кстати. Только сейчас надо разобраться, что сломалось. А, все, я понял. Хуем дук. Угу. Значит, вот так вот это работает. Вот я сделал. Я могу скорость накрутки денег добавлять. Вот. И все, теперь у меня миллион денег. Ну, я вам сразу спойлер кину, мне сразу надоела эта игра, как только у меня там появилось очень много денег. Я больше доволен своим механизмом, и я вам им хочу понтануться. Из-за того, что здесь появляется моторчик, оно начинает перевешивать в ту сторону, поэтому я командный блок сюда поставил, чтобы вес вперед был направлен. Вот, ну и, собственно, вот такая вот у меня вот накручивалка, собственно, непосредственно денежек происходит. Сейчас, надеюсь, вам будет видно. Блять, ну вот в таком положении отклоняется и не накручиваются деньги. Вот, я гений. Я охуенный, я гений. Я это все сделал без туторов, я не знаю, но где-то... Ну, наверное, час у меня ушел, наверное, да. Просто я искал детали, у меня была ограничена детали. Вот, я как-то в голове чуть-чуть прикинул. Но это, собственно, мод The Create на максималках. Если подставить дилдо, то будет. Будет. На самом деле система есть такая... Ну, я на Бонгакамсе сидел, было дело. Там такая же система трахай девочек. Если донатишь, знаешь, такая гигантская, как велосипед. Вот это точно такая же система установлена там. Только вместо вот этого кликера это дилда. Вот. Ну и в швейных машинках, по-моему, то же самое работает. Короче, вот я гений жесткий. Я, ну, могу вам сказать название приложения. Но только я с ним, в него играю, ну, с этим режимом полета. Потому что там реклама пиздец. Ее даже за донаты нельзя выключить, там нет донатов. Там постоянно реклама. Покупаешь акции, реклама, блядь. Сейчас выйду из авиарежима. Собственно, называется Business Empire что-то там. Сейчас. У них есть даже группа ВКонтакте. Это русские разработчики. Business Empire. Business Empire, двоеточие, Rich Man. Вот, и все. Значит, я в любой игре теперь, в которой надо дохуя кликать, по сути, я король этой игры, блядь. Любая игра, где кликать надо официально, ну, то есть выебано. Все, я победитель в любой игре. И, по идее, я могу этот же механизм сделать подмышку. Ну, не... Ну, блядь. Ну, короче, немножечко изменить его, дополнить, сделать модули и автокликер мышкой я могу сделать. Если еще больше заебаться, я могу сделать так, чтобы мышка зажималась... Держалась, держалась, держалась. И потом отпускалась. Потому что...
Ну, я просто прототипы накидал. Так, короче, господа, всем здравствуйте. Это мой прототип ебучий. Я инженер теперь, короче, подписчики. Сейчас. Короче, потерял одну детальку. Факин. Ладно, разберемся. Сейчас отсоединяем. Давай сюда. Значит, мой прототип. Угу. Значит, ну я просто тут изучал крутящий момент. Здесь то же самое. Смотрите, очень большая шестеренка. Передает на шестеренку поменьше. Передает еще на шестеренку меньше. Тут такой прямой вал, да, передает на шестеренку большую, что передает на маленькую. Короче, один поворот вот здесь вот, да, один поворот вот этой большой шестеренки равен дохуя поворотам вот этой вот хуйни. Вот я это все к чему. Собственно... Блять, ну оно... Я чуть-чуть наебнул просто, мне не кайф чинить. Блять, придется, видимо, чинить. Ебаный рот! Но это хуйня. Потому что я изобрел скипальщик девочек. В этом, в, короче, это реально разработка, я ее планирую запатентовать. Сейчас. Да ёб твою мать, блин. Да ёб твою мать, блин. Сука. Да ёбаный фак! Ладно, короче, извините, подписчики, я вам... следите просто за этой штукой. Включаете... Ну, условно, даже я, да? Я включаю приложение для знакомств. И эта хуйня может автоматически всех либо лайкать постоянно, ну, то есть свайпать их в одну сторону. Вот, вы можете заметить, да? То есть выдвигается белая хуйнюшка именно для свайпа, а потом задвигается обратно. И я могу выбирать, в какую сторону это будет делаться. То есть, если бы это работало в этом ебаном приложении DaVinci, да, то я бы просто на ночь поставил, я бы всю Москву вот так вот пересвайпал бы, да. Либо наоборот мы можем сделать, то есть дизлайк. Вроде влево, когда свайпаешь, это дизлайк кому-то. Вот тоже вот такая вот система, да. Система вот дизлайков. Можно очень быстро дизлайки ставить. А можно быстро лайки ставить. Это я просто поигрался. Вот. И вот это вот система крутящего момента. Ну, я тут как бы просто нахуй. Блять, нахуй, блять, блять, нахуй, блять. Вот. Ну, это я вам порассказывал, но автокликером я горжусь. Вот это как бы прототипы, да, эта хуйня еще не использована была по назначению. А автокликер и я Бородору показал, он сказал то, что я печатаю деньги. То есть это, по идее, реально печатная машинка денег. Ну, конечно, в игре эти деньги, но я, не отменяется тот факт, что я печатаю деньги. Но я надолго не ставил. Мне реально стало страшно то, что я накручу там кучу денег, и мне будет грустно. Вот что, ну, мне будет неинтересно играть, потому что это же игра про заработок, а я не заработал. Хотя, если я придумал механизм, который за меня зарабатывает, то значит, блядь, так бизнес и работает, нахуй. Все, механизм придуман, значит, все. Так, а ну-ка, блядь. Понтуюсь последний раз вам. Бляхуя. Игорь еще покажу, когда он придет. Надеюсь, он сейчас не смотрит. Вот. Собственно, печатный станок денег выглядит вот так вот. В моей бизнес-империи. Но все равно маловато накручивает, если честно. Сейчас. Ой.
А вот так вот приложение думает, что я какой-то читер, потому что слишком быстро все происходит. Нет, слишком быстро. Фу, блядь. О, вот. Все, вот это самая оптимальная скорость. Сейчас я вам покажу. Блять, ебать, блять, камеру зажевала, блять. Все, 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 все нормально. Я инженер, я гений. Почему-то не прибавляются деньги. Слышь, прибавляйтесь. О, сука. Но что-то это хуйня какая-то. Не, хуета. Прибавляй деньги, сука. Что за нахуй? Это может быть приложение пролагивает? А ну. Прибавляй деньги, сука! Ну, видимо, такая скорость. Но такая прибавляет. Вот, это мой печатный станок. Ха-ха-ха! Блять, как охуенно быть умным, блядь. Сейчас 10 тысяч баксов. Не, мы начали вроде с 37, но это похуй. Сейчас будет. У меня уже все. Все, я уже напечатал 10 тысяч долларов. Ха-ха-ха! Блять, тупые разработчики думали, я буду там кликать, нахуй. Ха-ха-ха! Бля, соса. Бля, как охуенно. Вот, я вам, ну, продемонстрирую, чтобы... Сейчас, подождите, протру об яйца. Вот, собственно, вот такая вот система.